Подожди. Начнем. Повтори, да? С дипломов за участие. За участие. Борт номер 42. 42-й борт. А некоторые, наверное, повыезжали. Давай сюда в костер, это уже тут. Борт номер 34. Да. Борт номер 39. 666. Кого такой? Кто такой красивый номер был? 17. Вы все ему хлопаете, все ему отдают. 135. О, есть. Какой это автомобиль был? Борт номер 73. А ведь могли приз получить какой-то. Борт номер 99. Призов останется. УАЗ. Борт номер 15. Борт номер 20. 20. Борт номер 47. Борт номер 100. 100. 100. Это столько машин было? Борт номер 5. Как у него пачка бумаг, да? Да. Ты прикинь. О, это крем или что? А, нет, это не крем, подожди, какой крем. Борт номер... Это луазик зеленый. Да. Борт номер 52. А, это FJ. FJ. FJ синенький. Борт номер 8. Нива. Автомобиль? Нива. Рио там написано на ней или что-то такое. Реклама. Борт номер 0. Паджеро. Они уехали, говорили, да. 29. Борт номер 66. Нива. Борт номер 101. Откуда вы? Молдова. Борт, какой автомобиль? Ниссан. Красавчик! Так это они специально с Молдовы сюда приехали? Борт номер 18. Наверное. Красавцы. Джип Чироки сказал обреченно. Борт номер 90. Походу своим ходом он назад не едет. Да нет, Чироки не может назад сам не ехать. Есть, автомобиль? На чем он? 70-ка. Борт номер 68. Когда была у тебя Нива, ты бодрее разговаривал. Борт номер 2. Чувствую, 70-ка уже на авторе, наверное. Борт номер 7. О, это тоже Чироки. Жили, я уже сказал. Крем. Все равно, как когда Чироки выходит, то автомобиль. Борт номер 94. Вау. Есть. Рождение за участие. О, автомобиль. Стропа. Ламбия. Держит. И борт номер 13. 13. А что, я такая большая пачка, это столько победителей? Ничего да, себе. Это остальные победители. Ого. Итак. Сколько же их там категорий? Категория туризм. Категорию там видел, что? Третье место. Как на Олимпиаде категория. Борт номер 30. Борька! А что за... это Паджеро Спорт, да? Ох, а что за знак? Паджеро Спорт. Какой? А что за знак у него на спине? Все куплено здесь, короче. Треугольник. Черный треугольник. Штурмана нету? Есть. А где штурман? Штурман! Бухает где-то. Там не едем, мы видели. На
Ого, опять черный треугольник. Второе место, категория туризм, борт 210. Это четвертый Паджеро, по-моему. Ёлки, опять треугольником. Автомобиль какой? Какой автомобиль? Паджеро четвертый, черный. Так как в туризме было всего сегодня трое, одни из них не сломались, вот, которые не поехали. Да, да. Два спорта. Первое и место. Тоже с Паджеро спортом. Туризм. Борт 101. И тоже с треугольником, наверное, или нет? Первое место туризм. Где? Давайте я передам. Борт 101, первое место, категория туризм. Руслан, зачем тебе еще? Паджеро спорт там был, который быстрее всех ехал. Захарченко М, Захарченко Е. В Донецкой области их уже нету. Передадим. Фотографируйте. Как же так, они быстрее всех ехали и уехали. Видно, не сбросили газ, понял, и дома остановились уже. Мы помним о них. Ой, настолько суровое мероприятие, что даже победители не остаются, прикинь. Текают. Итак, категория Т-0. О, вот это самое крутое. Третье место. Это лучшее. Борт 3-7. Это лучшая категория вообще. А какая машина? Спроси машину. Автомобиль. Сузуки длинный такой, да? Да. Сузуки длинная, да. Серая. Видели, я тоже, да? Ну, видел, каталась, но я тоже не видел. У него еще сзади хайджек там висит вместо запаски. Его никто не видел, а я снова сзади. Он там стоит. Второе место. Категория Т-0. Я вдалеке видел, что ездил. Борт номер 25. Какая машина? УАЗ. УАЗ. УАЗ с Березанин. Автомобиль? УАЗ. Первое место. Категория Т-0. Борт номер 22. Автомобиль? А, это Субару, да? Это Субарик маленький. Луаза Субару, да? Да. Луаза Субару первый! А, маленький вот, самый маленький. Самый всех маленький. Разорвал, блин! Охренеть, Луаза Субару всех порвал! Аплодисменты победителям! Горько! Он там так красиво проехал эту сушку, капец там, вообще. Или у него газ заел. Потому что он тупо не останавливался, а порвал три ленты, но проехал. Наверное, газ заклинил. Да. Следующая категория ТР-1. ТР-1 следующий. Третье место. Категория ТР-1. Борт номер 313. Свет закрыли. Автомобиль. Какой? Сузуки Витара. Сузуки Витара. Третье место. А, номера АО, да, которые там маленькие такие. Наверное. Сузуки Витара. Ура! Сузуки рулит! Ура! Я думаю, на первом месте. Категория! Так, на первом не видно. Т1, второе место! Борт 3-8! Автомобиль! Паджеро 2! Красный, да? Красный. Короткий. Да. Одесский. Не попал он в кадр ни разу. Первое место сейчас будет. Только видел, мимо проезжал он и все. Не, он, знаешь, так хоп, из бугра выскочил. Готовы, ребят. Свет включи, Саня. Одесса. На первое место. Нет. Категория ТР-1. Борт. Две единицы. О, вот это мило. Откуда вы, ребят? Какая у вас машина? Слышали. Где вы взяли такие красивые костюмы? Зеленые человечки. Человечки. Аплодисменты победителям. Свет, Саня, свет включи. Ура! Джип! Ура!
все. Все, расходитесь. Следующий. Кто? Молодцы, пиво у вас, будем хранить на фестивале. Да, проверь, там фрукты есть. Категория туризм. Первое место. Подождите, а что туризм? А, это который опоздал? Туризм. Их развернули вовремя. Уже были, наверное, под Херсоном, да? Или откуда-нибудь там едут? Что под Херсоном, говорит, были. Борт 101 на первое место. На МП. Да, это там такой дикий поджарок. И без треугольника на спине. Кстати. Вадюха, отойди в сторону, закрывай. Вообще мешает. Нашлись туристы. Улыбайтесь куда-нибудь в камеру. Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! 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 Молодцы! Спасибо! И бахтунакши. Категория ПР-2. Мои любимые. Ну да, конечно, конечно. ТР-2. Третье место. Категория ТР-2. Борт 37. Категория ТР-2. Его любимая. 37. Вроде, ребята. Моби, моби. Сузуки Джимни. Откуда вы, ребята? Нормально. Молодцы. Ничего себе. Не попали в кадр. Ты попал ли у тебя в кадр? Одну сушку я снял, да. Да. Я просто видел. Ну сбросил. Витя, расскажи за машину, пожалуйста. Аж джимник. Такой. Помятый джимник. Второе место. Борт. Три тройки. Ура! Какой автомобиль? Pajero Sport. Ура! Что вы, блин, на этих Pajero Sport'ах все выиграете? Да, да, что-то с этим спортом надо делать. По-моему, это вот организатор заинтересован, чтобы Pajero Sport выигрывали, да? Пропихувач Pajero Sport. Пропихувач Pajero, да. Молодейчик. Залазь, залазь. А, это белый, да, Pajero Sport? Белый, весь побитый. Первое место. Категория ТР-2. Лет. Две тройки! Кто это? Патруль! Боже, иностранец выиграл! У него есть сантраки, заберите назад! Да, сегодня только говорили, что у вас длинные сантраки. Зачем о нем? На бляхах машина была. На бляхах, она быстрее. На тумбу залази. Залази на тумбу. Так, хорош передавать коронавирус. Я свой дистанцию. Молодцы! Ура! 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 Улыбайтесь, улыбайтесь. Я тут сюда смотрите, елки. Да, посмотрите на все. Да, сантрак один, пожалуйста. Тут два. И мне один тоже. Четыре уже получается. Сейчас распилим. Сейчас распилим. Все, сдавайте. Давайте стаканы. Все, я правильно понял, это не пьют. Это не шампанское? На тебе так, кубок сюда. Третье место. Подожди, за пивачку мне. Борт 31. Дельфин, елки-палки, поздравляю тебя. Вот, спасибо. О, это Супермен. Нива Мазапака. Супермен. Р3 Нива выиграла почти. Вот, на тебе термо. А что ты такое здоровое? Это амортизаторы ему дали, наверное. На Ниву? Не-не, это... Поверни, что это такое. Кинг Камп. Короче, какой-то домик, блин. Палатка, наверное, да. Борт номер 123. Откуда вы? Патрон гивно. Это зеленый, да? Да. Зеленый, блин. Патруль зеленый. Патрон говно. Мы его вчера чуть не потеряли. Патрон гивно. Ребята, с Херсоном. Ни хрена себе вас занесло, Херсон. Ни хрена вы видите. Категория ТР-3, Борт 305. Ура! Никуда, Дмитрий! Это морда! А, шнива! Шнива, черниговская шнива! Тригубов Дмитрий? Все, уехал! Вот и морда! А вот и морда! А что, он уехал? Аплодисменты победителям! Ура! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! 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 Мотороллер, что ты делаешь? Верни кубок! Кубок верни!
А он фамилию уже поменял. И сразу все, фризера украли, тоже вот разобрали, да? Так а что вы тоже сдаете, что ты думал? Далеко не носит. Категория ТР-4. А их там все трое было. Третье место, борт номер 32. Бизон? Ура! Какой это мобиль? Нива! 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 Типа Нива! Типа Нива! А что, не Паджероспорт? Дельчик! Там от Гелика. Тяжелая сантрака. Да что от Гелика? Ну, не все, но от Мерседеса все. У меня один такой есть. А это же Дельчика любимая категория, да? А в ТР-30, Паджероспорт? Категория ТР-4, второе место, борт 303! Там свет закрыли! Американский. Зеленый! Молодцы! А если бы они в конце вот это не поехали, были бы на третьем месте. Так они баллов. Вот 44! Но Тад вообще не победит. Он такой быстрый. Покажи правду. Вот. А по документам это у вас еще или уже нет? Нет, по документам или уже, уже не у вас, да? Только разница, ну я круто, ТР-4 и у вас. Аплодисменты победителям! Джип-джип! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! Ура! А я ничего не снял. Влево посвети, Саня, влево. Еще раз? Да. Все, раз, херня переделывай. Посвети им. Отдайте, давайте пусть вам заново. Да. Подождите, я еще не снял. А, еще есть УТВшка одна. Это ТР-4. Багги одна еще катала. Техническая, это самое, ну и палатки у нас. 113-й борт мы еще не наградили. Выйдите, пожалуйста, за загу до перемоги. 113-й борт. Что он сделал? 113. За загу до перемоги. Жажда победы. А что за машина это хоть была? Автомобиль какой? А, Халк, который поломал все, что мог, да? Сломал цель. Забираем, забираем. Не, на лебедке работал. На лавету забираем. Ого, такие большие призы, что они не могут их разобрать. Ну что, всех поздравляем, призы сдаем. Категория АТВ УТВ. Всем спасибо. И сразу с первого места, наверное, начнем. Третье место. Третье место. Борт номер 36. Мотороллер. А на чем он ездил? Жигули. А куда он ездил? Автомобиль. Копейка. А какая категория? УТВ. У них УТВ какая-то своя категория. Второе место. Категория ТВ УТВ. Борт номер 27. Макс, 27! Кто это человек? Берет точки, еще не приехал. Блин, этот. Машина. На чем? Костя! Костя, сюда! 27! Ремеденко, иди сюда! Сейчас угадайте, какой автомобиль. Автомобиль? А что это? У вас, он сказал? У вас. А какой у вас? И первое место. Синий. Что-то непонятно, какой это у вас. Синий такой. Синий? Хоменко. Давай, на тумбочку. И первое место категория ТВ УТВ. Багги. Номер 25. Ура! Бирпишка какая-то у них там. Аплодисменты победителям! Ура! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! 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 Копейка рулит! Копейка! Приз? Или суприз? На шее усилитель. Будем Макс, а хороший фонарь у тебя там. Намек, да, такой? Руслан! Руслан, тебе дают награду какую-то. Что, что, кто? Тебе медаль дают. На деньги сдавать, выходи, блядь. Куда? Деньги дают. 500 гривен. Награждаем тебя за твою ответственную работу. Что ты освещаешь, автоспорт? Колоночку давай. Браво! Я здесь. Что это? Все равно. Спасибо всем! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! 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 Все?